платить налоги, взысканные с застройщика суммы. Сегодня темой нашего выпуска будет «Надо ли платить налоги, взысканные с застройщика суммы?». С вами я, адвокат Антон Лебедев, и так начнем. Если застройщик нарушил срок передачи объекта недвижимости, за такое нарушение обязательств можно взыскать денежные средства. Достаточно часто взыскателей волнует вопрос о необходимости уплаты налогов с полученной суммы. Нарушение застройщиком срока передачи объекта недвижимости гражданину может привести ко взысканию неустойки, морального вреда, убытков, судебных расходов, а также штрафа за нарушение прав потребителей, согласно статье 13 Закона о защите прав потребителей. С застройщика может взыскиваться штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации, налогообложению подлежат доходы в виде материальной выгоды. Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, а именно пункт 7 обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса, утвержденной Президиумом Верховного суда 21.10.15, все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах трактуются в пользу налогоплательщика, плательщика сборов, пункт 7 статьи 3 Налогового кодекса. А следовательно, при отсутствии в главе 23 Налогового кодекса прямого указания об отнесении таких выплат к облагаемым доходам, налог при их получении гражданина не взиматься. Поскольку выплата неустойки и штрафа приводят к образованию имущественной выгоды у потребителя, они включаются в доход гражданина. Компенсация в денежной форме причиненного морального вреда не относится к экономической выгоде доходу гражданина, что означает отсутствие объекта налогообложения. Взыскание с целью компенсации потерь реального ущерба потребителя также не является доходом. Следовательно, возмещение понесенных убытков не подлежит налогообложению. Также не подлежит налогообложению возмещение судебных расходов. Следовательно, получение неустойки и штрафа приводит к необходимости уплаты налогов в размере 13%. Моральный вред, убытки, судебные расходы не образуют необходимости уплаты налогов. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.